Многие россияне тоже отмечают старый Новый год. Собираются за праздничным столом, дарят подарки. Кто-то обходит торговые центры в поисках презентов, а кто-то готовит их своими руками. Участникам акции национального телевидения «Волшебная елка» тратить деньги не придется. Они могут все сделать сами. Участники конкурса должны были проявить фантазию и своими руками подготовить новогодние сувениры. В конкурсе участвовали дети, а также их родители. Победители получили игрушки и сладкие подарки от партнеров акции. Игрушки на конкурс готовили в разной технике, стиле и любого размера. Церемония награждения проходила на Красной площади. В каждой работе чувствовались настроения ребенка, его творческая фантазия, умение владеть красками, вязальными спицами и крючком, превращать обычную бумагу в необычную игрушку. В результате получились забавные снеговики, елочные шары, золотые рыбки, мягкие игрушки, способные украсить любую елку, придать ей очарование, вдохнуть детскую непосредственность. Сотворить чудо для победителей конкурса «Волшебная елка 2014» нашему телеканалу помогли самые настоящие волшебники, партнеры акции. Частное охранное предприятие «Броня», страховая компания «Чувашиямед», акционерное общество «Хлеб», стоматологическая клиника «Лидер Дент». Я в канале «Чувашиямед» нашла конкурс и решила в нем участвовать. А вместе с моей сестренкой я сделала игрушки в виде смешариков Крош и новый персонаж в смешариках Иго Гоша. Я сделала новогоднюю елочку. Она сделана из картона и шерстяных ниток. Я в нее добавила для украшений, я для нее добавила новогодние шарики и гирлянду. От имени группы компании «Броня» и от себя поздравляю всех жителей, и взрослых, и детей с наступающим Новым годом. Пусть этот год принесет всем нам благополучие и успех, подарит новые блестящие идеи и поможет воплотить их в жизнь. Пусть в каждой семье царит мир и взаимопонимание, а любовь близких людей согревает нас в любую минуту.